Всем доброго времени суток, это InvestWarrior, и сегодня я хотел бы рассмотреть проект ZantaPay. ZantaPay — это будет, по сути, оплата вживую с помощью карты. То есть вы сможете оплачивать с помощью карты, но будут взиматься криптовалюты. То есть вы платите биткоином, лайткоином или эфиром в любом магазине. Вот, эта карта, как видно из скриншота, будет выглядеть вот так вот, и сейчас можно купить этих токенов и поддержать заодно и ZantaPay. За один эфир вы получите 3685 ZNX, и ICO вторая стадия будет длиться еще 39 дней. Как видно, уже собрали 1613 эфира, всего хотят собрать 7000 эфира, и в токенах почти 6 миллионов продали, хотят продать почти 26 миллионов. Итак, что же такое ZantaCoin и как оно будет работать? Ну, здесь есть видео, но в целом смысл такой, что ZantaCoin — это будет монета, которая будет бесплатно конвертироваться с биткоина, эфира и лайткоина, и этой монетой уже вы сможете расплачиваться, когда карту используете, то тогда она взимается. И токен будет сделан на ERC-20. Итак, ZantaPay имеет уже множество партнеров, здесь видно вот последние новости, тут их достаточно много, начались они с марта, и вот до сих пор выходят новости. Вот, ICO стадия номер 2 сейчас идет, из 1, и 1 ZNX будет стоить 14 центов, евроцентов, или 0.00027131 эфира. Вот, уже продали 23%, поэтому можно сказать, что в принципе, учитывая, что есть еще время, все у них может получиться. Рассмотрим roadmap. ZantaCoin пресс-сейл стартовал 15 марта, и они начали предзаказ дебетных карт. Вот, и, соответственно, сам ICO будет до 15 июля. Вот, дальше планируют запустить ZantaPay Wallet, который будет работать как раз таки с биткоином, лайткоином, эфиром, и будет интеграция к дебетной карте и кошельку. В общем, это в планах осенью примерно 2018 года. Дальше сама карта в конце 2018, то есть ближе уже к зиме. После этого самый большой кошелек они планируют, чтобы у них был по всему миру в 2019, то есть больше всего, чтобы людей пользовалось этим кошельком. Но потенциал такой, что если они это реализуют, то это может вполне выстрелить. Но уже было много проектов, которые тоже выпускают свои дебетные карты, поэтому конкуренция у них присутствует. Вот, ревью экспертов можно посмотреть. Баллы достаточно высокие. В среднем 4 балла из 5, если брать по 5-бальной шкале. И 8 баллов из 10, если по 10-бальной. Ну вот можно подробно нажать вот на трак ICO и посмотреть ZantaPay. 4,6 баллов. Как видно, до 15 июля. Страна, кстати, Эстония. Токен цена 0,1 евро. Но сейчас вот 0,14 евро он уже подорожал, потому что не первая стадия продаж. Вот, ну и вернемся дальше. На ICO будет всего 50 миллионов этих монет. Видно, в первой стадии было по 10 центов, во второй стадии сейчас по 14 центов, и в третьей стадии будет уже по 25 центов за 1 ZNX. Поэтому чем раньше войдете в проект, тем дешевле будут токены. Вот, и чтобы купить токены, нажимаете вот Buy Tokens Now, дальше регистрируетесь и уже в кабинете покупаете. Также здесь есть Referral комиссия, то есть если вы пригласите друга, вы будете получать 20% от его транзакций. То есть, когда идут транзакции, идет комиссия, и вот от этого идет вам процент. Итак, Zanta Wallet — это будет кошелек, application, который будет посылать, продавать, принимать платежи и также обменивать ZantaCoin на биткоин, эфир и так далее. Вот, ну и он будет, естественно, привязан к карте. Пройдемся дальше. Вот тут про карту говорится, что она будет подключена к ZantaPay Wallet. Также с помощью эфира, биткоина, лайткоина можно будет все расплачиваться. И будет 20% кэшбэк, если вы используете ZantaCoin. Также вы можете заказать бесплатно карту после ICO. И первым 1000
кто закажет карты, все получат бонус 500 ZNX. Ну, в общем, для этого просто вот регистрируйтесь и там уже в кабинете все делаете. Вот, понятное дело, что их цель стать самыми крупными в этом бизнесе. Вот, и кэшбэк в зависимости, сколько вы евро тратите. Тут сумма, начиная вот от 1 евро до миллиона, 20% кэшбэк, а дальше уже какие-то суммы нереальные. То есть, если вы тратите уже в миллиардах, то сумма всего будет, кэшбэк будет всего 2%. Но я думаю, мало кто будет тратить такие суммы, поэтому, можно сказать, кэшбэк будет максимальный. Вот, дальше идет команда. Команда состоит из эстонцев в основном. Здесь есть русскоязычные, есть эстоноязычные. В общем, можно с каждым связаться по LinkedIn и о каждом здесь почитать историю, чем они занимаются. Вот. Также компания имеет регистрацию в Эстонии, то есть все в документах, все оформлено. Вот. И много, конечно, тоже адвайзеров, и каждого можно посмотреть и связаться. Есть партнеры, тут их 6, и есть социальные сети, тоже везде можно посмотреть этот проект. Ну вот, видно, компания в Эстонии, офис в Эстонии, здесь вот форма, также есть email. Но если у вас есть какой-то вопрос, я советую либо сразу писать лайв-чат вот тут справа внизу, но если лайв-чат вам не отвечает, то пишите в Telegram. Потому что в Телеграме, на канале есть обычно люди, вам там помогут, есть модераторы, и вам достаточно быстро ответят. Вот, ну и вернемся к началу. Сейчас идет ICO вторая стадия, 39 дней, поэтому есть еще время, чтобы купить токены по 14 центов. Дальше токены подорожают и будут стоить 25 центов. На этом обзор ZantePay я заканчиваю. С вами был InvestWarrior. Инвестируйте и зарабатывайте.